Когда-то спортивные парни наверняка гоняли здесь в футбол. Теперь парни пьют пиво и смотрят телевизор, по которому идет футбол. Это называется общество потребителей. Потребители пива, потребители футбола. Потребители потребителей пива. Видимо, для этого и было столько войн за историю человечества, чтобы существовало общество потребителей. А может, просто общество потребителей, потребителей. А может, и нет. Ну да ладно. А, наверное, когда-то здесь собирался зрителей полный стадион. Да, скорее всего, были такие времена. Такое палящее солнце, что засвечивает даже кадр. Это лето в Приозерске, на Балхаше, в Казахстане. Да, это лето на Балхаше, в